Вот. Расскажите о своих впечатлениях, после ощущениях после концерта, после выступления. Как вам публика Южинская? Это было замечательно. Вообще публика реагирует настолько сильно и драйвово, что мы даже не ожидали. Нас с каждым разом все больше и больше неожиданных моментов. Это очень круто. Ну, то есть это плюс. Это ни в коем случае не минус. Очень приятно. Надеемся, что с каждым разом все будет сильнее и сильнее. Как у вас впечатления, ребята? На самом деле замечательно, да, не все прошло гладко, просто за вам-то деле у нас были некоторые сложности с технической стороной, но все обошлось, публика нас приняла, и это очень радует. Без такой поддержки мы бы, наверное... Но вы все одесситы, правильно я понимаю, да? Да? Но вы, как одесситы, вы слышали и знаете про город Южный, а ожидали, что вас здесь настолько будут тепло принимать? Мы думали, не будет такого антуража, но когда мы приехали, мы реально увидели... Девушка с ребенком! Мы просто офигели, мы реально играли чисто только на драйве. Честно говоря, каждый раз, когда я иду на концерт, ты не можешь предугадать того, что действительно будет там, и какие будут проблемы, какие впечатления, какие успехи. Поэтому каждый раз музыкант волнуется, как перед первым концертом. И это замечательно, потому что мы выкладываемся на всю. А теперь предлагаю покричать. А вот давайте все вместе! Be my guest! 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 Братан, дай Сибу, курить хочу пиздец. Да, ловите. Я не словил, блядь. На руки. Ловить. Да, его никто не ловит, он никому не ловит. Покурить хотя бы, блядь. Меня последний. Я ради тебя сейчас яйца себе отдавливаю, на груди распишусь. Лучше просто, красавчик. Я же говорил, ничего не сказал. А что это здесь? Ларик, мы тебя любим, если я сейчас сюда пролезу, мне песня будет. Нормально сейчас. Мася, ну иди сюда, сюда. Чувак, не ближе. Ну и моя мужчина. Поделай за тебя. Мужчина. Это началось сегодня.